В это воскресенье празднуется День Святого Валентина. Несмотря на то, что католический праздник среди влюбленных нашей страны, он пользуется популярностью. Мы решили выяснить у наринмарцев, какое значение они вкладывают в слово «любовь». Ответы услышала Елизавета Кабанова. Что такое любовь? Люди разных поколений описывают чувство любви по-своему. Для одних это любовь к детям и внукам, для других привязанность к городу и стране. А кто-то находит это прекрасное чувство в другом человеке. Это тепло, это солнце, это самое, что такое возвышенное. Небо, земля, все такое, все. Это все, что хорошее, то это любовь. Ну, любовь бывает разная. Любовь к государству, к отечеству, любовь к детям. Ну, для меня в данной ситуации, вот в моем возрасте, для меня любовь – это сейчас внуки и дети. Любовь – это когда люди доверяют друг другу, ну, полностью, и открываются друг другу. Любовь – это когда ты понимаешь человека с полуслова. Что еще может быть такое любовь? Любовь – это химия, как говорят. Любовь – это жвачка. Кого-то любовь вдохновляет на творчество в виде стихов, песен или картин. Кто-то дарит подарки, чтобы показать свою привязанность. День всех влюбленных – это еще один повод поделиться любовью со своей второй половинкой. Цветы идеально подходят для того, чтобы выразить свое отношение. Для девушек берут в основном нежные цветы, нежные, белые. А для более взрослого, старшего поколения – берут более темные, солидные цвета. Это вот бордовый, такой красивый. Более насыщенный, да. По словам Валентины, 14 февраля – один из самых популярных дней среди посетителей. Самые ответственные заказывают букеты заранее, а некоторые приобретают цветы прямо в праздник. Композиции, комплекты цветов и вазы – все это помогает показать свою любовь и привязанность. Впрочем, есть и те, кто считает, что чувства не измеряются подарками. Первые 3 года – это как затмение в голове, чтобы не замечать недостатки партнера. А дальше уже идет жизнь. Как-то меня спросили, а за что ты меня любишь? А разве можно за что-то любить? Надо просто любить. Но что же такое любовь? Может, это просто быть вместе? Или любовь – это яркое солнце в дождливый день, как сказано на фантике популярной жвачки? Это однозначно прекрасное чувство, ведь благодаря любви люди совершают научные открытия, создают шедевры в искусстве и просто делают этот мир чуточку лучше. Но ответ на этот вопрос у каждого свой. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».